Всем привет, с вами Нелив Горн, это игра City Skyline. И кому интересно развитие моего города, спасибо, что смотрите. Продолжим. Расширение города, вот у меня здесь прям горит. Говорит, пора развивать промышленность. И, наверное, мы все-таки этим займемся. Так, и вот эта проблема. Недостаточно пространства. Куда тебе еще-то пространство, господи. Так, секундочку, тогда давайте остановим процесс. Так, замедлим. Так, давайте переместим ее куда-нибудь вот сюда, вот так. Отлично. Отлично. Здесь мы попробуем поставить, воткнуть. Отлично. Так, и вот теперь можно очищать. Так, то есть одна будет очищаться, другая заполняться. Ну и так как бы пока что таким вот способом поработаем. Здесь все нормально. Проблемы с электричеством. Потому что немножечко, вот как видите, здесь было не проведено. Ну сейчас все должно восстановиться. Так, как видите, я здесь вот начертил, можно сказать, дороги. То есть распланировал план, потому что расширяться надо будет уже в эту сторону. Но так как у меня нужна, требует, даже я бы сказал, промышленность, то будем развивать промышленность в данный момент. Потому что все-таки промышленность — это немаловажный такой аспект. Сами все прекрасно понимаете. Вот здесь вот только я неправильно, мне кажется, вот здесь вот неправильно сделал. Надо было дорогу-то по-другому немножко сделать. Но, в принципе, я могу вот так вот сделать. И вот так же. То есть, ну ладно, вот так вот. Здесь вот такой квадратик останется небольшой. Так, и вот здесь мы, конечно же, тоже проведем. Но, наверное, здесь, наверное, сквозную надо делать дорогу. Как вы думаете? Так. Ну, скорее всего, мне кажется, вот так вот. Хотя, с другой стороны, зачем, да? Зачем делать сквозную, чтобы здесь еще делать перекресток? Я вот эту дорогу, скорее всего, куплю вот этот вот участок и дальше промышленность погоню сюда, потому что здесь есть и железная дорога наверху, выход, так сказать, на основные. Вон поезд даже, кстати, едет, по-моему, первый раз я увидел. Такое чувство, что он под железной дорогой едет. Так, ну и промышленность, в принципе, что здесь тут? Ничего сложного дальше нет. Здесь вот, вот так вот просто мы забабахиваем сейчас это все здесь вот застройкой, промышленностью. Пускай все оно строится. Единственное, тут, наверное, воду сейчас потребуется. Вода потребуется, это неизбежно. Давайте по дорогам будем проводить, потому что... Нет, по дорогу не получится, немножечко неровно у меня здесь вот. Также, кстати, мне посоветовали, ну не то, что посоветовали, а сказали, что если делать... сейчас я найду какой-нибудь такой... То есть если делать также парки в вот в этих промзонах, то здесь территория тоже улучшается и... От этого, то есть, ну, как бы им лучше становится, они больше денег платят мне за это и все такое. Все в этом роде. Так, электричество здесь есть, все есть. Прирост денежный, он виден, он есть, то есть, как бы, проблем пока не возникает с этим. Обожаю новые парки, благодаря мэру, бла-бла-бла, понятно. То есть, в принципе, сейчас, я думаю, в какой-то момент, очень быстро, при том это настанет, потребуется уже переводить... Вот здесь давайте снесем. Вот здесь, значит, снесем. Так, и вот. В идеале бы вот так вот сделать, но раз дорога, то дорога. Ничего не поделаешь. Делать ли здесь мост? Нет, я не буду делать здесь мост. То есть вот промышленность будет вот этим мостом только соединяться, потом я сделаю где-нибудь вот здесь вот мост, то есть здесь вот будет прям отсоединено все, хотя вот здесь вот напрашивается мост, конечно.
Чего это у меня вот здесь вот мусор требует? А, смотрите, не задевает. Такое чувство, что не задевает. А, как же быть? Как же быть? По, так сказать, помоечку-то не хотелось бы устраивать здесь, в жилых зонах. Но, наверное, вы где-нибудь здесь все-таки придется забабахать. Потому что я смотрю, не справляется совершенно. Давайте тогда так и сделаем. То есть приведем где-нибудь вот так вот дорогу. А здесь какую-нибудь дорожку такую сделаем, знаете. О, вообще круто! Двухполосная гравийная дорога такая, знаете, дешевая такая. Сейчас еще вот здесь вот так вот. А вот лучше вот такую вообще. Куда-нибудь вот, вот сюда вот так вот. Такая вот прям вообще фу. Фу-фу-фу. И где-нибудь давайте вот здесь вот построим. Воды, я думаю, должно хватать. Возможно, а возможно нет. Нет, ну вот. Ну посмотрим, может быть, помойки-то и вода и не нужна. Так, и вот таким вот образом я, наверное, здесь заполню сейчас прям по гравийным дорогам такие грязные мусоровозы. Прикольно. Так, ну ладно. В парке происходит прям что-то геноцид какой-то, блин, на карусели, прикиньте, такой бандит за детьми такой, на карусели. Ладно, уже все исправили. Так, ну все, промышленность у меня в избытке, аж у нас с мусором. Ну все сейчас будет в порядке, не беспокойтесь. Так, единственное, что остается, это вот магазинчики. Магазинчики опять они требуют. Это, в принципе... Так, давайте ускорим. Да, я все забываю, честно. Прям не специально я играю на такой мелкой скорости. Я просто забываю постоянно, что нужно увеличивать. Так, а знаете, парк вот может вот сюда вот воткнуть куда-нибудь. Куда-нибудь вот сюда вот. Как вы думаете? Хотя здесь можно что-нибудь еще покруче воткнуть. Давайте попробуем вот здесь вот парк вот так вот воткнуть. Вот всем сразу хорошо здесь стало. Так, вот здесь бы еще тоже парк воткнуть, чтобы тоже хорошо было. Но здесь парк вот, кстати, есть, и не знаю, почему уж. Вот почему здесь не засеяно. Не засеяно домами. Странно. Ну ладно. Это ерунда, в принципе. Так, можно вот здесь еще тоже, кстати, домики построить. Почему бы нет? Так. Так, чудесный город, я такой мечтал, бла-бла-бла-бла-бла, всем все нравится, все отлично. Все, промышленность растет, народу не хватает, как видите. Нужны магазины, нужно вообще, прям вообще, они прям у меня... Все говорят, все надо, магазинов куча, вот прям тонны вам магазинов. Давайте быстрее застраиваем, еще быстрее. Давайте вот здесь еще парочку. В моду вошли... прозрачные пластиковые пиджаки, нормально. Это, наверное, ничего хорошего от этого нету. Так, вот, с водой опять начинаются проблемы. Но это все решаемо. В принципе, финансовая подоплека у меня очень... Ой, подоплека, говорю. Поддержка финансовая у меня большая. Уже 25 тысяч денег, 4 тысячи прирост. 4 500, я бы даже сказал. Так что все отлично. За кадром я вот здесь вот между домами и магазинами потом увеличу. То есть, ну, засею вот здесь вот все... деревьями, потому что я считаю, это прям надо шумоизоляцию делать прям вот так вот, прям прям вот прям вот, ну как вот здесь вот, собственно говоря. То есть вот эта центральная часть от трасс, ну трассы, вот эти все магазины, от домов я постараюсь закрыть прям деревьями побольше, 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 вот так вот прям. Конечно, потом можно будет построить такие трассы, которые звукоизоляционные, так сказать, щиты вокруг трассы. Но не забывайте, если я здесь, допустим, установлю такие щиты, то здесь не получится строить магазинчики. Поэтому будем обходиться деревьями, в общем, по полной программе. Притом, тут я смотрю, прям два таких домина, прям вообще шикарных. Отлично живут. Прикольный тоже вот домик. Ну-ка, какой еще тут? Вот это какой-то стрёмненький. Вот прикольный.
Ну, в таком бы я пожил, честно говоря. Такой, смотрите, классненький двухэтажный там магазин вообще какой-то. Как будто бы. Но это дом. Современный двухэтажный какой-то. Прикольненько, прикольненько. Ладненько, давайте дальше продолжим. Так, электричество. Проблема с электричеством. Не знал, не знал. Так вот. Приведет, не приведет? Нет, похоже, не приведет. Вот так вот тогда давайте поставим. Электричество, все. Запитаем. Так, и я смотрю, что у нас здесь. Опять с людьми проблема. Похоже, с простыми рабочими. Вот все-таки есть проблемы. А может быть, школу-то я поставил? Поставил. Значит, все должно быть нормально. Ладно, значит, это со временем все решится. Проблема высококвалифицированной... Чего? Высококалорийные вафли из планктона выходят на рынок. Отлично. Я просто очень-очень-очень рад. Так, мусор. С мусором вот вообще не должно... Так. И я вижу пробка. Ребятки, пробка. Неожиданно. Неожиданно. Так. Я знаю, почему пробка произошла. Мне надо было здесь не вот эту улицу делать, а вот здесь еще такие делать ответвления, которые бы сюда вот, к примеру, заводили. И тогда бы пробок вот здесь вот не было. Давайте мы электростанцию перенесем. Перенесем куда-нибудь вот сюда. Так. И вот здесь вот, вот здесь вот сделаем вот такую вот дорожку. То есть подведем просто вот так вот. Нет, зачем? Чё творите? Ну вот так вот дорогу подведем. То есть, мне кажется, сейчас должно разгрузиться. А, здесь еще мусора... Мусорки хотят постоянно куда-то. Смотрите, прям... Прям катастрофическая пробка. Так, надо мусорки, значит, отсюда убирать. Понятно. Мусорки уберем. Знаете, мы их куда уберем? А, вот это нельзя перенести. И это нельзя перенести. Почему? А, когда не закон... Их же можно будет перенести только тогда, когда они очищены вроде бы. Так, вот здесь вот, наверное... Еще я один минус сделал. Наверное, все-таки давайте вот здесь вот проведем дорогу. И здесь проведем дорогу. То есть, тем самым вот с этой стороны тоже сейчас разгрузим. Че, здание сгорело? Это из-за того, что вот пробки. Сейчас мы разгрузим, в общем, этот перекресток в любом случае. То есть, уже, как видите, разгрузка произошла. То есть, все, стопора нету. Все. Как видите, сразу все нормально стало. Все путем. Все отлично. Все, так, отлично. Здесь у нас что? У нас горит что-то. А, пожарная машина уже там. Все нормально. Так, люди. Люди, теперь требуются люди. Так, как бы вот этот мостик вывести? Ну, давайте его, знаете, как вот мы сделаем? Просто вот здесь вот сейчас опустим. Вот так вот, и все. То есть, таким вот способом у нас проезд сюда будет. Так, отлично, отлично. Все, все улицы соединены. Я ничего не забыл, вроде бы. Так, здесь у нас опять требуются люди. Это как бы нормально. Люди при том такого, я понимаю, так рабочего класса, да? Вот давайте посмотрим. Недостаточно рабочих и без образования. Да, без образования не хватает. Да и образованных вроде бы тоже не хватает. Ну, значит... Я заметил еще, что еще опять магазины. Сколько же магазинов нужно строить? Давайте тогда центральную часть мы сейчас застроим магазинами прям полностью, чтобы... Вот эту часть, да? То есть, чтобы вообще не возникало никаких проблем. 116 тысяч у меня уже денег. И давайте все-таки людей уже будем призывать. Призываю я людей в наш небольшой городишко. Вот прям немаленькое количество, я скажу, я прям делаю здесь сейчас. И, наверное, здесь сразу сейчас будут конфликты с водой. Да, моментально.
Так, продолжаем. Отвлекает меня, как всегда. Так, и значит, вода вот так вот у нас. Вода вот так вот. Ну и вода пускай будет вот так вот. Электричество. Электричество. Давайте-ка мы нажмем на паузу вообще. И посмотрим, что у нас с электричеством. То есть электричество я могу провести вот в эту часть, просто построив, наверное, вот здесь вот. Вот здесь вот так парочку магазинов, вот здесь так парочку, так вот, вот так. То есть вот таким вот образом мы сейчас проведем электричество. А пока что оно будет проводиться, я застрою здесь все вот такими деревьями. Все, уже все нормально. Рост прям слышно. Тинг-тинг-тинг. Вот этот звук. Это когда происходит апгрейд какого-либо здания. Так, секундочку. Давайте вот эту свалку недостаточно. Оп. Так. Я вижу то, что мне не хватает такого количества свалок. Вот что я вижу. И это меня не радует ни разу, на самом деле, потому что как-то это все печально. Так, черт возьми-то. И что же делать тогда? Так, давайте, знаете, мы сейчас, во-первых, покупаем, давайте купить. Пока что, ладно, пока что не будем. Так, нет. Да что ж такое-то? Так. Стоп, я прям в ступоре. Это же еще, значит, еще помойки нужны. Так, ну давайте тогда. Так, вот, нет, не то я купил, ну ладно. Подождем тогда апгрейда. Ну что же, как же быть-то с помойками-то? Так, в данном случае вообще, как бы, здесь вот, вот здесь вот. Делаем вот так вот. Делаем вот так вот. Делаем вот так вот. То есть на ту сторону просвет делаем. Так, потом опять делаем подъем. Делаем правильный переход. И опускаем. Немножко, наверное, неровно получится дороги. Ну, это... Ничего хорошего в этом нет. Вот так вот я вам скажу. Давайте уберем. Уберем. А хотя, видите, здесь все равно получается немножко кривовато почему-то. Странно. То есть вот здесь вот вроде бы дороги ровно противоположно идут, а здесь вот почему-то вот вот так вот она хочет. Странно. Тогда ладно, тогда давайте... Давайте вот что ли так где-то, да, и вот так где-то опускаем. Ну вот, ладно, пускай так. Поэтому, наверное, изогнуто здесь. Я не знаю, честно говоря, по какой причине здесь изогнуто. Я знаю, что улучшать можно. Строить здесь вот такую эстакаду, нет? Все эти эстакады, они... блин, они неправильных дорог. Вот они неправильными дорогами соединяются, вот честно. Здесь, наверное, все-таки придется вот такой перекресточку построить. В любом случае, наверное, мне так кажется. Но смотрите, он же кривоватый, блин. Вот так вот. Вот здесь, наверное, давайте забабахаем. Или вот здесь вот, может быть. Тогда вот, вроде бы вот так вот. Блин, жалко, здесь нельзя такой какой-то ровности, что ли, создавать. Симметричности. Я бы даже сказал. Ну, где-нибудь вот так вот, давайте. Вот так вот. И вот смотрим, дорога. А нет, то есть точно такая же дорога. Идеально. Идеально вошло просто. Так, ладненько. Здесь все есть. Значит, мы вот так вот и вот так вот просто делаем помойки. Проводим им электричество в большом количестве. Так, вот
так вот, ладно, хорошо. Здесь просто вот тоже так вот. То есть вообще прям, чтобы не возникало даже желания. Так, и паузу отжимаем. Поехали. Единственное, наверное, что еще можно сделать, это вот, чтобы как бы место больше потратить, можно вот здесь еще сделать вот такие вот, ну, понимаете, да, наверное, вот так вот получается, можно даже соединить, в принципе. А давайте попробуем, что из этого выйдет. Здесь же шум не важен, здесь у меня люди не живут, здесь промзона, то есть прям вообще вот так вот, прям вух, вы видите, сразу машинка уехала в... куда-то туда. Так, по-моему, неплохо, сразу нету проблем с уборкой. Так, единственное, вот здесь вот вода что-то странно. Ну, давайте вот так вот и соединим даже, ха, что прям так. И здесь тоже соединим, чтоб вообще вот так вот было все крутотецко. И здесь тоже вот, вот так вот сделаем. Ну все, просто все. Людей хватает, то есть, ну, домов жилых хватает. Магазинов сейчас будет хватать. Так, единственное, наверное, что здесь вот нужно будет больницы построить дополнительные, все-таки, потому что, видите, вот не задевает. Вот, допустим, вот так вот нужно. Полицейский, может быть, вот видите, тоже как-то не слишком задевает. Тоже вот можно вот так вот, к примеру, сделать. Офигеть, у меня, оказывается, проблема с электричеством. Еще один, прям вот как нечего делать. Комплекс очищения. Вот комплекс очищен. Мы его давайте вот сюда вот поставим. Или нет? Блин, он же будет засорять воду, да? Тогда давайте вот сюда вот его поставим. Как думаете? Нет? Тогда вот сюда, вот. Вот хорошее место. Так, один мы поставим, то есть. А здесь мы займем все промзоной. Так, 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 так. Ну, так-так, как-нибудь так. Так, здесь мы поставили все, полицейский участок. А, нет, пожарный участок поставили. Полицейский давайте тоже поставим. Школу, я считаю, здесь не надо, потому что и так хватает пока одной школы. У меня и так не хватает там рабочих некоторых. Ну что ж, следующим, наверное, шагом это надо провести остановочки, потому что транспорт, он тоже немаловажен для развития. Так, и да, я открываю тебя. То есть немаловажны и, конечно же, и остановки. То есть, тем более здесь, как видите, в центральную часть нужно побольше остановок. Это вот, это же не пробка, это же просто, типа, машины стоят у, ну, припаркованные. Так, так. Здесь тоже самое... То есть, вроде бы, пока что здесь пробок нет. Вот единственное, вот здесь вот со временем могут настать пробки. Но здесь тоже все можно будет разгрузить, просто проведя, к примеру, даже вот здесь вот просто мост, и тогда все сразу разгрузится моментально. Здесь... тяжелый момент вот здесь вот у меня, в любом случае он будет тяжелый, потому что видно вот... А, видите, это из-за мусороуборочных машин, кстати, тяжелый. А, смотрите, прям почему-то подскочил уровень жилья, то есть, ну, желание новых домов прям вообще невероятно вырос. Это, конечно, круто, но на этом уже точно я буду заканчивать. Подписывайтесь на канал, если вы не подписаны, ставьте лайки, потому что 50 лайков и это обеспечит точно выход новой серии. Ставьте побольше, потому что игрушка великолепная, и я думаю, все равно будет интересно, чем закончится эта эпопея градостроения. По крайней мере, планы у меня огромные. Так что, надеюсь на ваши лайки. С вами был Нильфгорн. Всем всего хорошего. Пока.